для чего проходит? Для того, чтобы участвовать в этих Еврокубках. Поверьте мне, так как все чехи играют, так как все и у нас то же самое так. Много внимания обороне уделяют. Если мы сыграем изо всех сил, у них шансов нет. Если мы подумаем, что ничего не получится, ничего. Только будем нервничать, там будем ругаться, максимально серьезно относиться. Во-первых, работа. Сейчас гандол играет. Помещение. Матура, давай веди. Киски, начинай. Давай. У нас команда 4 человека вот такого роста. Как? Вот, хорошо, плохо. Один, да? Вот же сам.